Британский принц Гарри посетил церковную службу лондонской пожарной бригады. Мероприятие проводится ежегодно. На него приглашают как действующих сотрудников и членов их семей, так и тех, кто уже вышел на пенсию. После службы присутствующие зачитывают отрывки из художественных произведений, поют рождественские песни. Принца Гарри встречали лорд-лейтенант Кеннон Такуэлл, официальный представитель британского монарха в Большом Лондоне и начальник столичной пожарной охраны. В западной части Лондона этим летом произошел крупный пожар. Огонь охватил жилую высотку Гренфилл Тауэр. Погибли 80 человек. Это ЧП стало самым смертоносным для страны со времен Второй мировой войны. Это шанс сказать спасибо за то, что они сделали, а также вспомнить ужасные трагедии, которые мы пережили, и почтить память всех погибших.